Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем обыграть вот такие небольшие трезвучия. Итак, для этого нам нужно с вами посмотреть строение аккорда ми-мажор. Будем играть таким приемом: удар вниз, удар вверх, дальше хаммер. И мизинец ставим сразу же на баре и доигрываем вниз-вверх. То есть вниз получилось на четвертую струну, и потом удар вверх. Потом делаем пул. И приходим снова в тонику. То есть получается. Вот. На четвертую струне у нас с вами будет мелодия. То есть получается. Один раз сыграли. Потом то же самое играем вниз, вверх. Безымянный пальчик сразу же приподнимаем. Играем пул. Потом здесь палец ставим на баре. И снова пул на пятой струне. И снова приходим в тонику. Получается фраза. То же самое повторяем. Абсолютно такую же фразу играем, но на четвертой струне. Тут ничего такого нет особенного, то есть все абсолютно одно и то же. Затем переходим в другую позицию и играем аккорд фа диез мажор. Здесь, по сути дела, на фа диез мажоре мы с вами играем только мелодию разно. А смысл в правой руке остается абсолютно такой же. Получается, здесь второй палец идет. И дублируем тот же самый ход от пятой струны. Это первый раз мы сыграли. Второй раз, когда идем на тему, мы играем с вами уже без мелодии на самой высокой струне. Играем просто обычное трезвучие и все. Все, отыграли. То есть получается, мы сыграли с вами. То есть ми мажор, ля мажор, фа диез мажор, си мажор. И все. Затем с вами уходим в соль диез мажор. Потом играем гамму. То есть получается соль диез мажор. Здесь уже немножко посложнее будет рисунок. Точнее, не рисунок, а мелодия. То есть... Оп! Мизинчик мы с вами уходим. Здесь у нас становится небольшая растяжка. И все. Переход на 11 лад. И играем именно эти ноты. Получается, что обыграли гамму с экстолями. То есть раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пришли и приходим в сильную долю на фа диез. На фа диез мы с вами уже обыгрываем. Оп, сюда уходим. На далекий лад. То есть получается на 18 лад. И вот это место... Советую его отдельно проработать. То есть, получается, мы сыграли здесь. То есть вот его прям аккуратненько, в медленном темпе. И я советую расставлять акценты. То есть та-ту-ту, та-ту-ту, та-ту-ту. Это мы сыграли. Уходим теперь снова в тонику ми-мажор. И здесь у нас получается с вами вот что. И все. И уходим вообще в другую сферу, то есть обыгрывание. Там дальше другая часть будет. Значит, здесь вы играете, у вас получается... Оп, растяжка идет у нас с вами. То есть получается сюда на 16 лад уходит. Здесь безымянный палец. Потом снова сюда. То есть получается ход. Этим ходом мы заканчиваем, то есть 16 ладом, и приходим в 9 позицию. Здесь у нас с вами идет пентатоника. Получается, мы на вот эту аппликатуру накладываем с вами небольшую секвенцию. Секвенция выглядит так. Вот она. Затем скачок идет у нас. Потом перепрыгиваем. И все, дальше делаем с вами слайд на 16 лад, и дальше...
есть получается, когда вы играете, то есть вот это место, вы должны четко играть ударами. Если будете играть другими ударами, у вас просто не получится. Может быть, получится, но будет жуткий дискомфорт. Поэтому призываю вас к тому, чтобы вы играли все-таки вот так. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И здесь. Вниз, вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх и вниз. Когда приходим в первую позицию, то здесь, в принципе, мы с вами можем сыграть все, что угодно. Это уже окончание, можем ничего не играть. Но как в качестве дополнения мы просто играем такой красивый аккорд. Можно еще дополнить вот так. Какие-нибудь такие штуки. Сыграть, а можно и не играть. То есть получается. Я надеюсь, что этот урок пойдет вам на пользу. Пока.